Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы поговорим об очень эффективной комбинации подача и выход к сетке. Эта комбинация позволит вам очень быстро забрать очки и создаст огромное давление на соперника. Я советую научиться играть эту комбинацию всем теннисистам, поскольку она позволит вам менять ритм игры, который выгодный для вас. В особенности, эта комбинация очень эффективна, если у соперника нет острого приема. И сегодня я вам покажу комбинацию, которую я сам очень часто тренирую. Это подача с лета смэш и подача с полулета с лета смэш. Заметьте, всегда я заканчиваю смэшем, поскольку это довольно распространенный прием обводить свечой. Когда вы играете эту комбинацию, очень важно, чтобы у вас был план, а именно ожидаемое направление приема соперника. А если прием соперника был лучше, чем вы ожидали, то сыграйте нейтральным ударом глубоко в центр и займите выгодную позицию возле сетки. О технике игры с лета я посвящу отдельное видео. С вами был Артём и канал Артём Фитнес. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!